7 июня в Одинцовском доме офицеров состоялось торжественное собрание в преддверии Дня работника социальной службы. Специалисты Одинцовского управления социальной защиты населения в волнительном ожидании, ведь только раз в году удается встретиться большой и дружной семьей. Коллектив управления – это более 300 человек. Это команда, проверенная временем. Среди гостей встречи немало специалистов, которые работают в службе с момента ее основания. Награждаем, как всегда, конечно же, самых достойных, тех, которые инициативны, терпимы, те, которые долго работают. Мы будем награждать и ветеранов социальной службы, те, которые стояли у истоков социальной защиты населения в Одинцовском районе, и те, кто достойно проявил себя уже в дальнейшем, трудясь на благо жителей района. Первой на сцену поднимается начальник Одинцовского управления социальной защиты Наталья Малашкина с торжественной телеграммой от министра соцзащиты Московской области Валентины Лагункиной. В профессиональный праздник звучит благодарность за усердие и добросердечность в адрес тех, кто служит людям. В дополнение к сказанному, почетные грамоты Министерства социальной защиты Московской области Нине Золотовой, Людмиле Медниковой, Светлане Аносовой, Нине Володиной и многим другим специалистам, которые выбрали непростую профессию. Это люди особые, скажем так, профессии, потому что помогать людям – это, скорее всего, даже не профессия, а призвание. Вот это люди, которые мало того, что являются профессионалами и добросовестно относятся к своим обязанностям, так как это и положено каждому труженику, они еще душевные, чуткие, терпимые. И это те люди, которые чужую боль чувствуют, наверное, больше, чем свою. Одинцовское управление социальной защиты населения объединяет несколько отделений. Специалисты работают с пожилыми людьми, детьми, инвалидами, оказывают помощь одиноким и социально незащищенным гражданам. С профессиональным праздником социальных работников поздравила Людмила Гурина, заместитель руководителя администрации Одинцовского муниципального района. Очень хочется, чтобы в этот праздник вот вы все такие нарядные, торжественные, с дрожью, в голосе подходите, встречаетесь со своими коллегами, с кем вместе начинали работать. Чтобы вот этот добрый человеческий настрой у вас сохранялся и на работе, и в жизни. И вновь благодарственные письма теперь от Московской областной думы. За многолетний труд на благо Одинцовского района медалью Валентины Чистяковой награждена специалист Инна Стерихова. А коллективу управления и его руководителю благодарственные письма от главы района Александра Гладышева. Чтобы расти, нужно держаться корней. С благодарностью за многолетнюю работу в области социальной защиты письмо от главы района Ольги Сергеевой, прежнему руководителю службы. Годы идут, управление развивается, приходит новый специалист и молодежь, но по-прежнему социальный труд – это преимущественно женская работа и забота. Мария Подъепольская, Георгий Алышев, телекомпания «Одинцово».